Забытая классика и русский фольклор гармонично соединились на фестивале «Неизвестная музыка» в Подмоклово. Несмотря на сильный дождь, у храма Рождества Богородицы собрались сотни людей, чтобы насладиться выступлением приглашенных коллективов. Почему Серпуховский фестиваль настолько привлекателен, выяснял Евгений Краснов. Солисты оркестра «Пратум Интегрум» исполняют квартет «Ре минор номер один» композитора Михаила Керцели. Это произведение было издано печатным тиражом в начале 18 века и, судя по всему, пользовалось популярностью. В частности, нотное издание с ним упомянуто в описи библиотеки Шереметьевых. Но в России ни одного экземпляра не осталось. Отыскал забытые ноты в Австрии художественный руководитель оркестра «Пратум Интегрум» Павел Сербин. В Подмоклово состоялась премьера возрожденного произведения, но это выступление стало для музыкантов настоящим испытанием. На исторических инструментах мы довольно редко играем. Не в помещении, просто потому что натуральные жильные струны, они не выдерживают той влажности, которая сейчас есть. Есть даже опасность попадания, просто прямого попадания капель дождя на инструмент. Поэтому это довольно-таки опасно. Но сегодня мы сделали исключение. В общем, стараемся. Оно того стоило, исключение? Да, это незабываемый опыт, точно. В следующий раз мы уже будем психологически к этому готовы. Русская композиторская музыка, вопреки сложившемуся мнению, появилась задолго до творчества Михаила Ивановича Глинки. Еще в 17 веке русские авторы создавали замечательные произведения, многие из них незаслуженно забыты. Некоторые возродились в субботу и прозвучали на галерее храма Рождества Богородицы в Подмоклово. Мы не используем лишь только какие-то шлягеры, так называемые, а все-таки пытаемся знакомить наших слушателей с той музыка, которая действительно неизвестна. Это музыка до Глинки, русская музыка авторская и настоящий подлинный русский фольклор. Тот фольклор, который, как это ни странно, наши русские люди фактически не знают. Начало фестиваля стало настоящим испытанием и для артистов, и для зрителей. Нужно по-настоящему любить музыку, чтобы, не обращая внимания на проливной дождь и холодный ветер, наслаждаться звучанием классических и фольклорных произведений. И все же, вопреки капризам погоды, в Подмоклово приехали сотни человек, которые не захотели расставаться с прекрасным из-за таких мелочей. Кто-то из гостей уже бывал на фестивале, кто-то посетил его впервые. По сравнению с прошлым, вот у меня впечатление, что сейчас все более цельно, так по тематически стало выстроено. Очень приятно, что теперь можно русскую музыку слушать, как бы углубленно, малоизвестно. Потому что раньше они всегда были такие open-air, очень душевные, много разных музыкантов различных, но играли разную музыку, то есть предлагали музыканты сами, что хотели. А сейчас это очень достаточно четко направлено стало, и это гораздо интереснее, на мой взгляд. Атмосфера, понимаете, атмосфера очень красивая, вот это жемчужина, вот архитектура, это вот очень хорошие, искренние чувства, которые видно на людей, которые присутствуют. Это вот такой ансамбль очень-очень интересный. Необыкновенно. Мероприятие редкое в наше время, и прекрасная музыка нас всем так вдохновляет, и интересно, ну как открытие что-то нового даже. Зрители, которые продолжали пребывать в Подмоклово в течение всего дня, были вознаграждены за любовь к музыке. Теплая атмосфера и хорошее, несмотря ни на что, настроение сумели разогнать хмурые тучи. Дождь прекратился, а музыканты продолжили радовать слушателей профессиональным исполнением забытых русских произведений.